Пожар начался в районе 6:30 вечера. Несколько часов пожарные пытались потушить пламя, которое при смене ветра могло перекинуться на соседнюю пятиэтажку. А в высотном комплексе «Савин», который возведен вплотную к дому, пострадало несколько квартир. В самой «Сталинке», помимо прочего, выгорела мастерская сочинского художника Александра Отрошко. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Врачи госпитализировали 4 человек с легким отравлением угарным газом. Это молодая женщина, двое мужчины, 7-месячная девочка. Всем им оказана амбулаторная помощь. Справиться с огнем пожарным удалось уже поздним вечером. На место прибыл и глава Сочи Анатолий Пахомов. Причины пожара выяснит следствие. В пострадавшем доме 12 квартир, 7 из которых проживали сочинские семьи. 5 из них самостоятельно расселились по знакомым родственникам. Двум семьям администрация Центрального района предоставила временное жилье на улице Транспортной в жилом комплексе «Лесное». Хозяева остальных квартир пока не объявились. По словам соседей, они сдавали жилье в аренду отдыхающим.